Всем привет! Сегодня две одинаковых посылки. Почти одинаковых. Очень нужная вещь для ремонта. Ну, может быть, кому-то и так пригодится. Итак, посмотрим. Китайцев перехватили. Тут, в принципе, еще одно. Здесь на М4, здесь на М5. Длина 30 миллиметров. Больше интересует, конечно, на М5. Потому как актуальнее. И это не просто какой-то хром. Это заявлено как нержавейка. И походу эта нержавейка у нас магнитится. Ну ничего, главное, чтобы не ржавели. Ссылка будет в описании. Барашек с резьбой. Здесь еще раз подрасклепано. Ну и такие же на М4. Доставка буквально 2 суток. Пойдем писать отзыв.